Всем заглянувшим, сегодня у нас будет с вами царь-посылка, она же посылка-лошадь, потому что вот эти две большие посылки занимают очень много места, но они не совсем стемпинговые, смотрите, в этой вообще два кулечка, не знаете зачем. Просто из того, что я помню, в этих посылках должно еще какие-то остатки новогоднего быть. Значит, что у нас тут? Вот в черненькой вот такой закуточек. Смотрите, тут даже две бумажки из того, что я заказывала, представляете? Китаец, видать, один напечатал, а второму послал. А этот второй послал третьего на склад собирать это все и ставить галочки. Видите, какие занятые китайчики. Так, давайте вот с вот этой маленькой начнем, да? Свет я-то весь включила, что-то темно. А ну-ка. Та-дам! Да будет свет, сказал монитор. И перерезал провода. Так. А то, правда, пылится уже, пылится. Я уже даже не помню, почем я это все покупала. Лежит немеренное количество времени. Кстати, заказывала, по-моему, самый тонкий, вот там миллиметр, 2 и 3. Вот я, по-моему, миллиметровый заказывала, мне почему-то прислали 2. Но в связи с тем, что уже посылки месяца 3, конечно же, я ничего писать не буду. Да и, в принципе, ее можно просто пополам порезать, и будете миллиметровая. Но ты еще попробуй ее ровно порезать, так что бабка надвое, как говорится. Так, что у нас тут? Ничего не помню, так это просто пакетик. Да-да-да-да-да. О, это такая классная серия. Сейчас я вам покажу. Видно вам? Подождите. Фокус. Такс. Там она шла по 6, по-моему, штук. То есть я вообще эти пластинки, диски, то есть хотела взять кого-то другого. Они там были по 50 рублей за штучку. А вот тут вот по 6 получались по 35 рублей за штучку. Ну, я и взяла набором. Просто, в принципе, мне почти все из них понравились. Поэтому я решила не выкручивать слону хобот. И взяла вот так. А то просто валяются. Надо же уже это щупать-то, что оно все лежит. Будет теперь у меня вся эта серия. Мне хихе нравится. У меня самого первого их выпуска есть пластинки. Они хорошие. И маникюрчики с ними делала. Правда, наверное, еще канала у меня тогда не было, но маникюрчики я с ними делала. Так. Отложим. О! Вот эти малипусики. Так, смотрите, как сюда зайти, девчули. А вот тут вот вход. Да? Так, где у нас колющие, режущие? Да что такое-то, господи. Ага, вот так. Сейчас ножницы с пальца сдерну. Да. Опс. Смотрите, какие малипусики. Не могу. Я как увидела, думаю, надо хапать. Это то, что мне надо, то, что меня ждет. Такс. Мне просто понравилось очень скульпторами пользоваться. А эти еще такие маленькие. О боже, да им, наверное, будет просто идеально затекший лак подбирать. Просто шикарно, ей-богу. Какие классные штуки. Так как маленькая кисточка. Ты как уголочек. Видно вам хоть, что тут происходит? А это копытце. Подбери копыта. А, это, кстати, древко. Да? По-моему, деревянное или нет? А, нет, пластмассовое. Но мне нравится. Так, что это? А, это, значит, кругленькие вот такие пластинки. Не знаю, на чем вам их показывать. На черном, на белом. Кто его знает. А вообще вам, по-моему, все видно. Мне понравились по кругу вот эти вот сердечки разные.
Правда, я их вообще планировала еще на 14 февраля, но из-за того, что у меня тут этот аврал, завал, все это дело у меня пролежало. Вообще, по-моему, вроде видно вам. Я вот тыкаюсь в ваш телевизор. Так, а тут что мне понравилось, я не помню. А, перышки, наверное, перышки мне сейчас уже нравятся. Лотусы эти прикольные. Блин. Так, а, ну и вот тут классные куча всяких много цветочков. Кстати, смотрите, какой он большой. Где моя веселая линеечка? Ой, аккуратно разнесла тут все салфетини. Так. 14 сантиметров. Обалдеть. Так. И вот тут у меня зимний. Ничего тут больше нет. Что-то черное. Ай, тут что-то прилипло. Так. И зимний. 5. Я вообще взяла вот ту вот посылку, которая вот побольше, сейчас мы ее тоже будем щупать. В ней я взяла одну вот такую. Там они шли по 70 рублей, но я взяла самую, которая мне больше всего понравилась. А потом я что-то их так посмотрела, случайно вот в этом магазине нашла, и они вообще тут были по 50, что ли. Но я думаю, возьму все. Не, наверное, в кулечке ничего не видно, да? А ну, давайте сейчас я его сниму. Посмотрим, видно или не видно. Что-то чувствую, опять у нас ждет долгий обзор, девочки. Да, без кулечка лучше. Вот такой клевый зимний наборчик. Сейчас, конечно, вообще даже не представляю, сколько там он стоит. Ой, какой пингвинчик, милашка, смотрите. Сейчас, наверное, уже все стоит. Будь здоров, не кашель, дядя Петя. И баба Глаша. И кого они там еще возьмут к себе покашлять. Хорошие рисунки. Мэри Крисмас у них в другую сторону. С каким расчетом они делали этот рисунок, никому не ясно. Так. Ой, что-то у меня тут склеилось. Не то, что надо. Царапки. А, нет. Просто лишние. О, олень. Скачет куда-то. За картошкой не распиши. Мало ли, какие олени дела нынче. О, оленей. О, вязанка тут есть. Так. Такой прям полурисунок, надо будет его попробовать. Дай бог памяти еще его попробовать. Хо-хо-хо. Merry Christmas. Так. И вот это сейчас будем щупать. Вот ту. Такс. Тут свечечки прикольные. Да вообще хорошие до пластинки. Реально такой наборчик покупаете и все. На Новый год точно больше ничего присматривать не надо. Так. И вот этот большой куль. Значит, как тут его открыть? Опс. А, прикольно он его так упаковал. Одна горизонтально, одна вертикально. Молодец, вообще хорошо так запаковал. Так. А ну-ка. Так, это сейчас было вертикально. И сейчас горизонтальное. Так, что у нас суточки? Пинцет. А, стоп, они еще и в пакете. Так, а вот это вот без пакета что-то. О, я люблю вот эти кисточки. Я, помните, где-то заказывала в распаковке еще было. Но не те, прям лошади вот такие пришли здоровые.
Вот так вот где-то. И толстая древка вообще не те. А вот это те. Я сейчас даже вот кутикулу обтираю. Видите, как вот это, как вторая. Только у меня уже растрепка. И тут новенькая. Так. Ну и что, щупать кисточки. Не в Африке кисточки. Так, что у меня тут? Ну, давайте с вот этого пакета начнем. Да где вход? Опс. Так, ну вы знаете, что я человек больной. Не заказать вот эти все коробочки я не могла. Тем более по тем смешным ценам. Немного тут раскурочила их, правда, но ничего. А это что у нас? Это стрелочки. Прикольные, кстати, стрелочки. Очень люблю эти штуки, все не могу прям. Аж до дрожи. А, это типа как русалочи, что ли, набор, как-то он там так называется. Он с разными оттенками белый. Посыпушка такая. И... И ромбики голографические. Ой, ты ж боже ж ты мой. Что, эти серебряные, что ли, или зеленые, не пойму. Не, больше на серебряные похоже. Хотя отдают каким-то салатным оттеночкам. Так. Это судить. Ой, все. Такс. О, это такие голографические разные фигурки. Ой, классные такие, не могу. Один он что-то выпал, смотрите. Сразу вам его и покажу. Смотрите, какие классные. А ну-ка, где фокус? Фокус. Давай. Ну, давай. Так какая паскуда, ты посмотри, что делается. Во. Смотрите, какой классный. Очень. Очень-очень. Так. Вон у нас выпал. Вот отсюда. Вот они. Иди к своей семейке. Такс. Дальше у нас каруселечка с чем идет. Ой, вот какие красотули. Вы посмотрите, посмотрите. Так, есть там фокус? Нет? Нет. Они перламутровые, эти жемчужинки, как бы. Так, а ну-ка. Эти вообще скользкие. Наверное, не лучшая идея показывать это на золотом лаке, но другого не держим. Давай. О, смотрите, какое классное. Вах-вах-вах. Так. Так. А, ну вот такие штучки все знают, да? У меня даже маникюр с ними был. По-моему, пилотный, да, маникюр самый первый у меня был с этими штучками. Очень мне нравится. Так. О, еще наклейки. Что-то мне казалось, что я тут наклейки не брала. А, гляньте, они такие же, как те. Во, я даю. Вообще, кстати, вполне вероятно, что оно, как всегда, смотришь одни наклейки в этом указаны в заказе, а получаешь другие. Наша знаменитость. Наша знаменитость говновик. Прости, Господи, его душу грешную. Ну да, вроде такие же. Не, ну кое-какие тут немножко отличаются, но... Так. Ну ничего, им есть кому пойти жить. Так, это у нас значится чехольчик, а то у меня мои любименькие биг-бенги на улице живут, чуть-чуть он прям такой помятый пришел, как мозги, да, или как бабкины руки. К чему вы больше склоняетесь, к мозгам или к рукам? Ну, надеюсь, в общем, оно от пластиночек расправится. Так. И что это у нас тут? Всякие фигурки. Вы посмотрите-ка, бабки. Кленовые листики.
The Canada, типа бриллиантики, треугольнички, звездочки. А это какие-то... А, это как клевер, да? Видно вам, кстати, фокус-то есть? Потом полумесяцы, Микки, цветочки, еще бриллиантики, капельки и кружочки. Прелестный наборчик. Такс. И пакетик поменьше. Так, давайте я вот этот вот соберу, наверное. А то он что-то весь в каких-то крошках, наверное, в тех блесточках русалочьих. Так. Кленовый лист. Кленовый лист. Теперь эти кленовые листья прицепились. Ой, ой, я люблю эти штучки. Очень люблю. Так. Где тут? Как тут пройти-то, господи, на эту улицу? Так, тут я заказала с вот таким вот копытцем. Мне почему-то кажется, что им удобно будет кутикулу двигать. Не знаю. Я просто не люблю грубое вмешательство. В основном ногтем двигаю, но вдруг вот этой штукой будет удобней. А тут с другой стороны еще и кисточка. Чем сплошь удобства. Теперь у меня их три штучки. Вот этот самый коротенький. Черный, видите, барпрети. Самый длинненький. Клево. Все, я фанат этих штук. Так, потом пинцетто. Сейчас посмотрим, какой у него тут срезик. О, смотрите, неплохо выглядит. А ну-ка, фокус. Вполне себе хорошо схват имеет, захват, то есть хороший. Симпатичненький такой. Класс. Надо будет на бровях затестить сделать. Такс. О, потом я купила вот эти штучки, чтобы на каблуках ходить, а не в каком-то в тальке. Ну, очень интересно. Ай, какие они прикольные, на ощупь не могу. Это вот, значит, на этот палец надеваете, и все, нога вот сюда наступает. Особенно, если у вас там какой-нибудь мозоль прям на ступне. Вот это прям, думаю, должно быть классно. Ну, взяла, в общем, попробовать. А то, как на каблуках ходить, кто б на олову нагадил. Так. А то соберешься в собес за пензией. Каблуки ноги жмуть. Так. Четвертый ТУ. Смотрите, тут что-то такая пленочка, что она сама уже отошла и ничего под ней не видно. Тюльпанчики. Так, отправляется к дискам. Так, что это у нас тут дальше? Ой, как классно! Я вообще все забыла, что в этой посылке должно быть так круто, все новенькое. Подарки. Так, это у нас тут перья какие-то. Что-то радужное, змеюка. Цветочки, что ли? Еще какая-то хренотень радужная. Это тоже непонятно, что. Цветочки. Шкурка. Чего-то. Как на птицу что-то похожее, да? Так. О, вот это классно выглядит. Все. Кстати, я надеюсь, что там все ссылки не погорели, потому что действительно у меня очень давно это все лежит. А это у нас битое стекло, что ли? Это не фольга? Ну да, на стекло похоже. Угу. Прикольно. Интересно только, зачем я его взяла? У меня же вроде есть. А, может, там было мега дешево. А то я же не могу, если мега дешево, значит, надо брать. Так, обратно. Ладно, потом запихаю все обратно. Так, фью, я все в тальке сижу. Ну, зато ничего из рук не выскальзывает. Так. Мишки. Точно начинаю припоминать. Я не могла выбрать, каких взять, и взяла всех. Милашки какие, ой, не могу, господи. Ой, ну такие же плюшки, ужас.
О, это что-то в стиле клерджи или стемперы. Плиточка. Так, бриллиантики, капельки. Еще бриллиантики, капельки. Змеечки. А, и крапушки всякие, капушки. Так, значит, это мы сюда сейчас положим. А, вот она, эта пластина, собственно, одна, которую я в этом магазе заказала. А потом по 70, а потом же нашла вот там по 55. Набралась. Из-за вот этого рисунка в основном взяла, и очень-очень мне понравилось. А, и вот эти висюльки классные еще, игрушки. Так, что у нас тут? О, хоп, пушерок. Ой, что-то он прорвал тут все. Но я его брала не для пушера, потому что, вы знаете, я железом не пользуюсь. Специально взяла педикюрный, потому что мне понравилось, что тут большая лопатка именно. То есть, если что-то посыпать, то вот именно вот такая большая будет классная. Но, и присмотритесь к тому, что для педикюра, если кому-то надо, он очень хорошо сделан. Вообще никаких зазубрин, он отлично заполирован, отличный ровный цвет, без каких-то там, не знаю, примесей. И он не шершавый, знаете, вот такой качественный, надо саненькое приходит, а этот прям классный. Приятно его в руке подержать. Так, это у нас, о, посмотрите, какой большой набор я отхватила, ничего себе. Наверняка он был дешев, иначе бы не взяла. Боже, какие милые эти все баночки. Это какая-то жесть. Видно вам хоть все, как переливается. Ну да, он шикарен. Такс. И... А, и вот такие, как битое стекло, только уже порезанное для ленивых жоп и помятое. Порезано и помято все для вас. Китайцы постарались. Так, все. Что я иду делать? Расчленять пластины и готовимся к тесту. Ой, не могу, ляпнула к тесту Машу швать. Как будто у нас кулинарный канал, сейчас тесто с вами намесим и натолкаем туда вот это, варить начинку. Итак, дорогие мои кулинары, я все подготовила. Значит, штампик у нас, конечно же, Биг Бенг, а штемпить будем Голденрозом Рич Колор. 114, 17, 18. Так, поставлю их, наверное, от туточки. А, подготовила типсочку. Намазала ее типсоклеем этим фольгичным. И... Давайте попробуем. Да, вот эту хоть самую первую попробуем. О, нет, давайте вот эту вторую попробуем. Прям классно так выглядит. Ой, прилипло. Такс. Надо же нам выяснить, работает оно чешо. Так. А, кстати, я что, отодрала тогда в прошлый раз. Где она? Вот она. Тьфу ты, господи, вот она. Вон, видите, все в порядочке с этой фольгичкой. Так. Ну, когда там я кряхтела. Так. Фокус там есть у нас? Вроде, да? Такс, такс, такс. Чтоб мы тут с вами не обтянулись опять. Это будем 10 раз эту... самую фольгичку переделывать. Опс. О, смотрите, прекрасно. Выглядит, кстати, прикольно она. Так. А, значит, это я сейчас отодвину все. Все эти фольгички, а то они у меня сейчас на полу будут. Я тут уже все подготовила, понарасчленяла. Так. А, давайте ее покроем топчиком. Барпретьевским.
Так. Хорошая фольга. Симпатичная. Ничего худого за нее сказать не могу. Так, все, сейчас я ее как-нибудь положу, чтобы она сохла. А то влезет куда-нибудь. Прицепила всех их на кольцо. Так, что-то я уже ею зацепила за лет. Ну все, давайте начнем с кругленьких. Я вот, правда, не знаю. Наверное, под кругленькие лучше подложить. А то сейчас мы наделаем с вами делов. Что, весь мой блокнотик поперегамачим. Кстати, вот самое первое попалась бракованка. Ну, ничего, мы ее все равно сейчас попробуем. Каки-то каки. Думаю, из-за одной... Напрягаться не буду. А, нет, ну подождите, пока все работает. Так, ой, тю. Лак сам хочет сюда. Просто видите, вот тут вот рисунок недопробитый какой-то получился. Опс. Но работает. Ой, зяек даже захватила. А, ну вообще все в порядке с этой пластиной, просто у нее недопробитые сверху вот эти циферки. Так, а куда мне их складывать? Я тут все место заняла. Вот этот глаз мне нравится прямо вообще. Тут только из-за него можно пластину эту взять. Класс, 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 очень класс. И вот этого гиппопотама давайте возьмем. Отлично. Ну это я, правда, так нажимаю, что оно немножко с полосами получается. Но... Все в порядочке. Так, давайте другой лак. Симпатичные диски. Опс. С какой-то кочерыгой. Зодиакальные круги. Все, можно было без салфеточки сработать. Мы с вами способны все-таки. Подготавливалась как под свиноток. А мы с вами он какие. Ох. Тю. Капнул он динозавру на ноу. Камеру там к вам есть фокус, я ж не смотрю, рассматриваю тут эти пластины. Вот ДНК цепочки прикольные. Вирусы типа. Ха, прикольная пластиночка, то есть диск. Я уже привыкла, что у нас в основном все пластины, сейчас мало кто диски делает. Сейчас все на большущих пластинах. Эх, вот те растемпинг. Вроде, кстати, думаешь, что еще можно придумать? Нет, все равно что-нибудь придумают. Вон, придумали этот многослойный стемпинг. Сейчас вот посидим, попривыкнем чуть-чуть к этому многослойному стемпингу. Еще что-нибудь придумают. Вообще, опс. Не падаем в обморок, девочки, все в порядочке. Вообще, конечно, очень интересно, что дальше будет в стемпинг-сфере. Так, тут надо
аккуратненько. Вот так. Зато люблю диски обозревать. Они одним этим самым махом. Чмык-чмык и в дамки. Тут и сердце, и глаза. Слезка вон попала. Все, больше ничего не попало. А вот таблеточки. Прикольно. Так. Теперь у нас что, коричневый, да? Да. Так, сейчас капельки давайте возьмем. А, давайте вот чуть-чуть капелек, чуть-чуть молний. Все, сейчас схватим. И вот это схватим. Опс. Прелестно. Так, аккуратненько. Вот эти пузырики прям классные очень. Видно вам? Так, так, так. Давайте зелененьким пузырики. Очень хорошо все. Прям вообще классные эти диски. Где нам может тут с вами развлечься негде. Да, давайте, наверное, уже голым без этой салфеточки. А то я подготовилась так как приличный человек, но излишние эти приличности. Ну да, прям прекрасно все работает. Так. Давайте этих диогенов. Ну, кстати, на вот этой вот штучке можно что-нибудь написать самим. Вот этот диск, кстати, я, по-моему, не хотела брать. Так подумала, нахрена мне эти мужики какие-то непонятные. Так. Дракончики, тучки. Вот тучки, кстати, выглядят очень интересно. Особенно вот те, что слева. Хотя вот эти справа тоже ничего. Опс. Прелестно. Да дракончик-то, по-моему, у нас не влез, но все, уже он высох. Так. Давайте и вот эти тоже попробуем. Уже попробовала, камера выключилась. В общем, все с ними в порядочке. Так, продолжаем разговор. Тёжи, что они мне тут полосу какую-то притулили. Но я не думаю, что она критичная. Так, пробуем. Ой, класс, хорошие десочки. Так, небушка. Так, чуть мы коричневый давно не брали. Давайте, как нам так схватить? А, ладно, давайте горы тогда отдельно возьмем. Лучше гор, могут быть только горы. Лирическое отступление. Так. Опс. Классно, класс, класс, класс. Аккуратненько. Не пачкаемся, как свинотки. Мы же приличные граждане. Так, давайте опять, наверное, коричневого. Тут что-то у нас коричневого как-то маловато. Сейчас мы с вами и домики захватим. И пердомики.
Опись. Классно очень. Вот почему-то в ком-в-ком, в хе-хе я в этих вообще не сомневалась. Так, теперь давайте красненьким. Это интересное, кстати. Как это называется? Текстурка, да? Так, а мы еще к вам в телевизор-то попадаем, а то что-то я разошлась тут. А мы, может, к вам уже не влезаем. Сейчас, подождите-ка. Подождите. Одну секундочку. Так. Вот он мой блокнот. Так. Чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот так. Че мне у вас не влезло? А, вот этот рисунок вам не влез. Вот она. Все в порядочке. Такс. Фокус. Давайте пробнем. Вот эти елки. Вот этих мужиков там скачущие, как козлы. Ой, аккуратненько. Что у меня сегодня все скачет, все ползает. О, вот тут деревяхи прикольные. Ну, давайте коричневым, да, логично же, что деревяхи тут коричневый надо. Надоть. Опс. Хотя и красное дерево тоже никто не отменял. Почти к вам влезла, да? Ну да, никак я еще просто не привыкну к этому большому блокнотику. Вот так. Так. Да и вообще я сейчас тут все поразвалила. У меня весь стол завален этими большими посылками. Мне тут даже развернуться негде. Сижу, чихаю себе в тряпочку. А где место есть? Попробуем ласточек и вот эти листики. Угу. Вот и славненько. Так, аккуратненько. Так, фокус-то у нас там был. Вы ж следите, стучите мне там по батарее, по телевизору. Куда там вы обычно мне стучите? Так. Угу. Так, ну давайте и бамбуки вот эти тоже проверим. Раз уж взялись. Порядочек. Так. Что у нас туточки? Какие-то точки. Кораблики. Смотрите-ка, тут все до кучи. Это типа волна, видать, да? С корабликами. О! Ага, хорошенькие, кстати, кораблики. К лету очень даже будет к месту. К какому месту? Это как те примочки, что до одного места. Так, а штампик-то будет чистить. Позовем сейчас Васильича с пятой. Так.
давайте красненьким. О, давайте вот таких вот иноземные росписи, надписи. На стены. Очень прикольно. Так, фокус-то там был, да, господи. У меня такое ощущение, что мы с вами уже как-то умудрились по полфлакона этих голдинов ухайдокать. Вот уж способные, а ты посмотри, пособирались. Вот правда, мне скоро надо будет отправиться за Жан-Мишелями в этот, как его там зовут-то, господи, фикс-прайс. Так-с. Что у нас тут? Тут ушел уж. Так, давайте зелененьким. И каракули давайте попробуем тоже. Ну, вообще, у меня, по-моему, еще там голден розы какие-то должны быть. Должны подойти для стемпинговых манипуляций. Так что я еще там перетрясу. Вы сами, кстати, можете перетрясти мое видео уголок стемпинголика и может там вспомните, что какой-то лак подходит, а я за него забыла. Ну да, именно из Golden Rose, конечно. Ой, класс, вот эти нитки прям классные, очень. Давайте вот эти еще капельки, и вот это гора, что ли, похоже на гору. Опс! Обронила. Ай-яй-яй. Потеряла, чем ширяла. Все обтерла, все в порядочке. Ну да, неудобно, конечно, когда все место тут у меня занято. Ужас какой-то. Надо было все, что распаковала, перетащить куда-нибудь. Опс! Так, все, значит, кругленькие дисочки мы пощупали. Давайте вот эту ТУ пощупаем. Так, тюльпанчики. Вот ТУ, кстати, мешанные бывают. Бывают прям отличного качества приходят. А бывают прям вообще каки. Ну, эти вроде вообще прямо в порядке. Спасибо зарядке китайской на Samsung. Так. Ну, давайте уже весь, раз уж я уже весь щупаю, давайте весь пощупаем. Да, вот сейчас ТУ подвезло, прям хорошее попалось. Я дуванчик захватила. Так, все. Сейчас переходим на другую страничку и будем пробовать эти пластиковые. Так, лаки переставлю, а то они у меня как раз на пластиковых тут стоят. Так, аккуратненько. Опс. Тут с вами не наделали делов. Такс. Новогодние пошли у нас первый номер. А, ну на белом вот вам их и не видно. Ну ничего. На сайте рассмотрите, кстати, как вариант. Давайте от этого прикольного пингвинчика попробуем. Ага, работают хорошо, кстати. Грех прям придираться к ним. О, и что еще немаловажно, давайте прям с самого угла какой-нибудь рисунок попробуем, потому что мне интересно, чтобы не такой был
как вот я с тюльпанчиками промордовалась, что у них там угол был срезан как-то овально. Вон, видите, вот тут тоже как-то немножко. Вот именно на углу. Закручено. Нет, тут все в порядке, смотрите. Круглый угол, то есть не круглый, он такой как вплюснутый получается. Но тут вроде в порядочке. Так, давайте вот эту тонкую гравировку попробуем. Ну надо же, прям такие хорошие пластины, даже на штампе остается еще лак. А полого тут ничего нету. Давайте посмотрим, вот что-то более-менее похожее на полое. Ну, вообще отлично. Это я, правда, там сильно надавила на шкребок из-за того, что пластина прозрачная, ни пса не видно, как ты давишь. Вот, мне вот это понравилось. Снежок. Давайте его пробнем. Замечательный снежок, даже на штампе осталось. И вот эти еще снежинки прикольно выглядят. Вот так. Классно, очень. Ну, вроде так все. Тут в основном снежинки всякие, елочки. Ничего такого примечательного. Так, так вверху ногами. Мне, если честно, самой не очень хорошо видно, что тут мне вещают. Давайте красным теперь лаком будем пробовать. Давайте попробуем соответственно. Да-да-да-да. Вязанку. Помню, мне как приспичило на тот маникюр со свитером вязанку. Поназаказывала всяких разных, с учетом того, что какая-нибудь доработать не будет. Но все, что заказывала, все пришло рабочее. О, отличная вязанка, кстати. Так, а что тут полое я еще хотела попробовать? Или это не на этой? А, это не на этой. Давайте вот эту интересную попробовать. Тут такие мелкие прям. Хотя мы, видите, уже на той посмотрели. Опс, хорошая гравировочка. Все мелкие линии вообще хорошо прям переносятся. Да. Рисунок хороший. Видно вам-то хоть? Да. Так. А это как камин какой-то. Ага, что-то красный лак у нас, по-моему, быстрее заходит. Там, видать, его меньше было. А я ничего не помню, сколько там было. Так. Камин отличный. Давайте печеньки попробуем, да, вот эти. Ой, да что ты будешь делать, Ленька, шедшая шерсть влезла. Ну, без нее ж никак. Не, ну а как без шерсти? У кота будет список важных дел на день не выполнен, если он ни шерсти не натолкает, демоницы еще серые. Так, у печенек пуговки не передались, но и хрен бы с ними. Так, что еще я тут хочу попробовать? Ничего не вижу. А, во, вот эти елки прикольные. Я сама тут сижу, как это, как кочера скрюченная, чтобы разглядеть хоть, что я там делаю. Ой, какие тонкие прям елки. Классно. Так, и что-нибудь, давайте еще что-нибудь. О, например, вот конфетки, кстати, прикольные. Вот так. Все, прелестные конфетки. Давай, уезжай. Смотрите, как хорошо. Прям на штампике осталось даже. Так. Так.
А что мы с вами вот этот вот низик, так скажем, пробородили? Давайте попробуем снеговика вот этого вот. Коричневым делать не будем, чтобы говновик не получился. Ой, я мало сюда натолкала. Смотрите, какой хороший снеговичок. Упитанный. Ага, еще и в итоге мало оказалось. Ой, я дала, надо побольше толкать. Так. Ой, вот прям линии тонкие. Хорошие пластины. Надо заметить. Так, что тут еще? Не вижу ни пса. Снеговик тут еще один. Есть звездочки какие-то. О, давайте вот эти, может, маленькие рисунки попробуем. Очень, очень с большим трудом. Прям. О, пол рисунок, девочки. Что меня посещает этот эстонец? О, господи, боже мой. Так. Мало натолкала. Ну ладно. Будь что будет. Ой, хороший. Угу. Да. Так, и маленькие рисунки. Я хотела вот эти попробовать. Опс. Круто. Так забавно, конечно. У нас тут скоро жара начнется, и я Дед Морозов перебираю. Так, давайте вот этот еще тонкий рисунок попробуем. Ну, все в порядочке. И еще какой-нибудь один. Не вижу ничего. Вот этот вот, например. Там тоже какие-то тонкие висюльки. Вот так. Все. Довольно ее мучить. Так, еще у нас снеговички подоспели. Тут понизу что-то. Ничего не вижу. О, полурисунок вижу. Угу. Лак сам решил, что ему надо делать. Ну ладно. Упс. Ну да, надо снимать как-то иначе тут красочку. Тут если пол рисунок, так то он полый прям. А ну-ка. Что думаете, будем переделывать полы? Или хрен бы с ним? Ладно, давайте переделаем. А то мне же потом будет плохо спаться. Сейчас я возьму салфетини. Ля салфетини. Оп. Ой, что-то здоровое. Сейчас погодите-ка пополам порежу. Так. Ой, аккуратно влезла ацетоном на бумагу. Ну, вся зачистка будет. Так-с. Давайте его, наверное, вот так вот попробуем. А, надо просто аккуратненько счищать его, видите? Не пытаться сразу два схватить. Так, давайте вот эти подарочки попробуем. Что-то там Christmas. Ой, не вижу, что за слово.
А, грейтинг. Без бутылки не поймешь. Так, и вот эти крутюли, собственно, которые мне прямо очень понравились. Ой, какие клевые. Их не только на Новый год, их вообще можно на любой праздник. Хорошие завитушки, прямо остается краска на штампе. Хорошие эти пластиночки. Так, давайте вот эту, наверное, карету попробуем сейчас, и хватит, а то мы уже что-то этой пластине слишком много внимания уделили. Сейчас зазнается паскуда. Упс. Ой, симпатично как. Так, все. Шупаем дальше. Так, а вам еще все видно? Да, пока еще видно. Так. А мне вот ничего не видно. О, давайте вот тут полурисунок первым делом попробуем. Так, многовато убрала. Порядочек. Немножко, правда, вот тут залила я, но ни хрена не видно, потому что пластина прозрачная. Так. Дальше что тут мы попробуем? Давайте подарочек. О, и снежинки к нам влезли. Все хотят попасть к нам на прием. О, вот по низу тут какие-то, вижу, перчатки, что-то тут еще вижу. А, варежки, то есть. Опс, смотрите, налилось. Ладно, давайте тут. Лак хочет сюда. О, боже. Ой, не могу. Блин, я с этими всеми штуками инфаркт схвачу. Прости, господи. Так, это у нас получилось. О, боже. Я ж забыла, что хотела сказать. Блин, у меня уже, кстати, штук 5, наверное, их сломалось. Они от ацетона, как сказать, пересыхают и лопаются. А я ничем другим их не чищу, потому что у меня только ацетон в хозяйстве. А другим чем-то тереть не вижу смысла, потому что ацетоном ты потер 2 секунды, а чем-то другим секунд 30, потом надо опять мочить ватку, опять что-то делать. В общем, нет. Мне вот нравится ацетоном и байдух. А скрапирок — дело наживное. Серединки вытаскивается красочка. Так, надо нам, кстати, уже, наверное, перекручивать, да? Блохнот наш. Опс. А ну-ка, вам там все попадает. Так. И последний из вот этих вот прямоугольных. Что мы тут видим? Ни пса мы тут не видим. Где коричневый? Что-то мы коричневый прямо обделили. Ага, прям все позаканчивает. Ты подумай. Какая царца. Опс. Так, вам самый низ там видно, да? Ага, прелестно. Так. Что? А, вот тут гусиные лапки вижу. Кстати, попробовать, знаете, какой скребочек от Биг Бенга.
что-то мне приходит, а я что-то их попробовала, но мне удобно вот этим маленьким. Надо попробовать большим. Так, тут прямо всякая материя на этой пластине. Свечки вот прикольные. Так. Прелестненько. Так, что мы еще тут видим такого и такого? Упс. Хорошенькие веточки, штампик надо чистить. Что-нибудь еще тут есть интересное? Так, так, так. О, а вот, кстати, колокольчики прикольные. Кстати, очень неплохие пластины. Так, ладно, конфетки. Потом колокольчики. Присмотритесь к ним, прям порассматривайте картинки. И по качеству хорошие, и по наполняемости очень даже. Полноценная коллекция такая новогодняя. Реально ее хватит. Так. Все, давайте переходить к круглым. А то что-то мне уже прямоугольные надоели. Что тут у нас интересненького? Как мы сюда? Вот сейчас сюда, наверное, будем переводить. Опять ничего не вижу. Боже, у меня уже шея болит рассматривать. Так. А давайте просто буду ляпать сейчас, куда ляпну, потому что я не вижу ничего. Просто вот сейчас мы куда-то раз и попали. Упс. Упс, даже два раза схватить успела. Ой, такие тонкие, тут прям цветы. Unreal прям. Очень удобно, кстати, делать обзор. Ляпнул, куда попадет. Не надо никуда целиться, метиться, как тот кот в свой лоточек. Так-с. Вот это вот, где лак уже подсох, вот эти вот, где еще нет. Упс. Ну, все равно успеваем нормально с вами. Где подсох, где не досох. Так. Порядочек вроде. Так, и чтобы еще тут взять, какой-то большой тут цветок, рюшечки кусочек. Чувствую, сейчас мы с вами красный лак ты прикошим. Опс. Прелестненько. Ну да, когда не пытаешься, конечно, сразу несколько рисунков хватить, тогда получше получается. Так. Тут у нас чего-й. Так, тут давайте, наверное, коричневый или зеленый. О, зеленый мы еще тут не пользовали. Чувствую, опять у нас видео будет до мамы Бени смотреть. До прихода, то есть. Ага. Даже на штампике остается. Вот эта вязанка прикольная. Угу.
Сердечки такие, как пиксельные, вязаные, что ли. Симпатичные. Так. Что я еще тут вижу? О, а вот какая-то хренотня прикольная. Да, на штампике опять осталось. Хорошо прям. Так. Вот эти мне подтеки еще нравятся. О, на этой пластине, кстати, получше видно, что на ней изображено. Опс. Что тут еще интересного? А, тут же перышки-то. Вообще, пластина неплохая. Смотрите-ка, что-то ее прямо схватилось заодно. Вообще понравилось все остальное. Перышки, сердечко. Немножко я размазала, но классно. Так, фокус там у вас был, да? То я, может, все видео тут протарахтела, я ж пытаюсь рассмотреть, что тут нарисовано, а там, может, фокуса нет. Ай-яй-яй-яй. Так. У меня уже опять, короче, телефон выключился. Чувствую, видео, правда, будет какое-то бесконечное. Перенесла я этот рисуночек. Еще знаете, я какой хочу перенести? Вот этого блеблидя хочу попробовать. Все-таки. О, хорошо. Так, у вас ловится. Все, давайте дальше. Тут тоже можно тыкать. Куда тыкнется. Сейчас я вот так вот пододвину, чтобы мы с вами новый листик не начинали ради одной пластины. То будет потом болтаться. Так, что тут интересного? Вот эти перышки свисают прикольные. Давайте их. У меня такое ощущение, что эти лаки солью в один. Будет у нас еще один франкин. Вот так. Опс. Ой, тонкая такая гравировка на вот этом рисунке. Прям прикольно выглядит. Так, что еще? А вот эти вот висюльки. Симпатичные. Вот так вот как-нибудь сейчас возьмем. Козла за Раа. Раа. Начинаем с на А. Опс. Да, прям тоненькие такие все штучки переносятся прикольно. Так, вот верхушка мне понравилась. Давайте низок попробуем. Так. Порядочек. Так. И что-то из серединки, но не видно же вот ничего. Ну, сейчас на ощупь с вами. Вот тут вот. Тут вот просто вижу что-то прикольное, что не пойму. Так. Опс. И вот эту вот штучку давайте тут попробуем.
Опс. Вот так. Прикольненько. Так, чистим штампик. Чё, мы сюда не влезем, что ли? Блин. А или влезем, там, в принципе, сердечки только. Или не влезем. Сейчас, подождите, я сейчас гляну, может, у меня какой-нибудь листик есть до серединки. А, во! Как раз. Мы тут с вами проверяли, помните, одну пластину. Давайте сюда этот один и затащим. Так. В принципе, тут проверить нечего. Тут действительно я только ради сердечек брала по кругу, который. Классные, конечно, сердечки. Хороший очень наборчик. Оп. Оп. Так. Ладно, давайте возьмем что-нибудь из центра и байдух. И порядочек. Все, девчули, всем спасибо за просмотр. Хорошего дня, отличного настроения и пока-пока.